мост. Старый железнодорожный. Здесь паровозы ходят. Если поезда ходят. Вот. Вот Ира стоит. Видишь, какая она теперь. А? Я тебя хочу спросить. Да. Я хочу тебя спросить. Я хочу. Да, хочу. Для чего вот эта дырочка? Для того, чтобы стекала вода. Но она же вот здесь стекает. А? О-хо-хо. Какое эхо. Работа. Смотри, кирпичики сложны. Да. Кирпичики сложны. А вон на тех камушках Витя и компания рыбу ловят. Вот там вот. Ну вот, еще один табличка. Private fishing. Now they tickets. Да, мануал, Буртон, мануал. Ага. Ну он вроде бы там дороже. Я тогда свой это курс 45 фунтов. Мутуал. Какой мануал? Ну мутуал. Какая разница? Красота. Нарциссы. Прелесть. Я еще раз говорю, там дальше в конюшне какой-то домик для конюха. А усадьба стояла здесь большая. Она снесена. Осталось только вот эти постройки, где были типа сады. Дракелов. Не, ну люди-то здесь живут везде. Даже в палатках, бля. Ну, да, красивое место было. Красивое. Да. Гольфисты. Кингс. Шарик захуячил. Это должно было что-то стоять вертикально. Думаешь? Да. Потому что вот этот вот кусок бетона указывает на то, что это было закопано в землю. Но она уже лежит здесь давно, поэтому обросла мохом сверху. Достаточно мхом. Долго. Ну, мхом. Вот остался трос какой-то. Что там было, неизвестно. Ну что, перетягивали лодочку вот оттуда? Может быть, какая-то переправа была. Потому что вот там ступеньки на том берегу видно какие-то. Ну, может, это ступеньки просто... А может, просто... спуск к воде, а может быть какая-то была подвесная дорога или что-то. Да вряд ли подвесная. А почему нет? Шарики искать от гольфа. Ну, сколько гольфистов. Не знаю. Загадки, загадки, загадки. Таинственная Англия. Мистери. Ух, он тренируется вначале.
Ну как вот пимс. И не попал. Куда-то кусок земли вырвал. Интересная сосна на речке. Очень интересно. Да, какой-то там берег укрепленный. Что-то там даже какие-то помостки есть из бетона. Казарки плавают. Канадские. А вон гуси уже скрестившиеся с казарками. Интересно. Это столбик непонятный. Крапива. А мы раньше в детстве вот эти вот цветочки, они сладкие были. Они сладкие. Вот эти вот. А здесь не сладкие, не знаю. Еще не набралось меда в них. Ну красота. Просто красота. Прогулки вдоль речки Трент, что находится рядом с городом Бертоном Трент. Прелесть, прелесть. Даже говорить ничего не надо. Вон гольфисты не только гольф играют, но еще сады сажают. Разные. Классненькие. Ну, как умели, так и поставили. Что-то цветочки какие-то. Смотри, как красиво. Угу. И цветочки. Ну, а что это? Примула. А я не знаю. Для меня все фикусы. А, вот только нарциссы знают, да. А остальные все фикусы. Ну, вот у нас вот в гардене этот куст. Вот это. Вереск. Да, вереск. Шотландский вереск. Это у меня с Энерой была проблема. А это что, лаванда была? А, это лаванда. Ну, видишь, лаванда. Уже знаю. А смотри, почему там нарциссы еще не распустились? Ну, вероятно, холодно? Там солнца нет, не было. Кусочек-то? Смотри, вон роза подстрижена. А, это... Видишь, вон. Раз, два, три, четыре розы подстрижены. Ну, камень в лапке. Угу. Интересно. А вон там нарисована табличка какая-то. Там тоже роза какая-то. Ну да, чтобы не забыть. Королевский юбилей Роял. Да. Две пальмы. Вон еще какой-то градусник. Где градусник? Ну вон. Это гиацинты. А. А вот это что такое? С примулой. Что за травка? Крапива какая. Не знаю. Интересно. Хорошо. На одном маленьком участке сделал такой город. Не попал. Не попал в дырочку. Что он там? Попал. Ладно, пойдем дальше. Что там это цветет? Шишки? Здесь шишки. Интересно. Орехи будут, наверное. Ну да, кедровые. Кедровые, да. О. Да. Таким в лоб попадешь. Все, пиздец я буду. С Риксом. Ну, куда мы отсюда сюда положим. Пусть ищет. Красота. Грибной лес, наверное. 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 Поплыли? Сейчас, штаны грибы снимем. Сажать. Штаны снимем, поплывем. Красота. Ну вот и бункер времен Второй мировой войны. Ковыряки.
Это батька Толя. Опа. Монументы поставлены. Главное, ты представляешь, вот это на каждом камне стеклянная табличка. Ну там написано, какой там пар там. Это же охренеть, сколько денег бухано. Ну. Вот он поворот. Членство в клубе стоит еще дороже, ну, да, чем в рыболовном клубе. Там же столько не надо. Белку гоняет. Видел? Нет. Белка побежала на дерево. Да? Это хорошо. Ну вот они, дорожку, видишь, там сделали повыше. А вот там какой-то, не знаю, ресторан. Вот. Понятно. Сколько народа с этими, с клюшками. Популярный вид спорта Padget School. Ну так school, так school. Ну вот, они сейчас будут шарик и в лунку загонять. Сняли флажок. Оп, попал. Попал? Да, ну, попал. Смотрим, как другие. Вот. Мужики, баб дома оставили. Готовьте. Готовьте суп. Опа. Не попал. Нет, это все. О, попал. Эх, чуть-чуть не попал. Да. Вот, поехали. Я без понятия, что это. Контроль какой-то. Ирригация, контроль. Наверное, что-то, чтобы вода лишняя утекала. О, у них тут еще захаванная лунка. Нет, сюда нет. Видишь, клюшки другие берут. Это бьют на дальнее расстояние. Такие. Главное, далеко уехали, вот, как разогнались. Один глаз получится. Хорошо. О, а здесь фишинг кончается. Ну вот, no fishing. И он здесь point. Я тоже не был. Я тоже не был дальше. Можно сходить посмотреть. Вот тут, блядь, народ бегает. Вон куча. Это территория школы, я понимаю. А почему с одной стороны собор покрашен, а другой не покрашен? Ну, предупреждение, что с 15 марта по 15 июня ловить нельзя. Ну, гольф-клуб покрасил, а школы нет. А, это школа? Это школа за забором. Это ничье, наверное. А там скамейка есть. Серьезно? Да, вот там табличка с каким-то описанием. Пошли. Смотри, дорожки сделаны. Ну, так они же здесь, сколько там? 3 миллиона, да? Ну, ясно. Вот. Ну да, то, что против затопления как бы подняли. Чего, 2020 у нас было? Да. Он здесь как сколько затопляется, Тара. Угу. Padget High School. Понятненько. Да, а что там за горизонтом? Один из моментов, что их типа не рекомендуют. Ну да. Кормить хлебом, потому что они привыкают к хлебу и больше ничего не хотят. Ни водоросли там есть, ничего. Тут
вода, чтобы стекала в реку лишняя. Построили бугор немножко, чтобы не затопляло. Сейчас на. Ну, чтобы сливалась вода сверху. Ну, тут будет приватная территория. Угу. О, Риверсайд. Вот это вот заведение. Может, зайдем, пойдем? Да. А что, ты еще туда дальше идти? Да. А там ничего не интересует уже. Это... А ты попробуй, попади туда сейчас. Там же по графику. А сколько сейчас время? Час? Время не час. Я думаю, не знаю. Я не знаю, Ира. Вот такой Риверсайд. Показываю, чтобы себе было надо заранее. А так только выпить. Ну, взяли перроль. 10, больше 10 фунтов за 2 стакана. Вот и пометки людей. Тоже какие-то пометки. Хорошее место, хорошее. Жалко, что сегодня вечер. Все места заняты, чтобы эдитировать надо было. И так приятное место. А я никого не фотографирую. Я фотографирую стены с картинками, в которых птички и рыбки. Если хочешь, сиди на ветру. Я посижу здесь, в этой будочке целлофановой. Прекрасная будочка, курить можно. Все. Ну, мальчика.
Магнолия? Рыб магнолий плещет в море. Магнолия. Классно. Классно, классно. Ну и куда мы идем? Куда мы идем? С пятачком. Куда мы идем с пятачком? Где тут? Еда есть. А ты вообще по карте посмотрела, куда ведем? Мы туда не идем или не туда идем? Ирина Владимировна. Тебе Blacksmith. 450 метров. 450 метров. И то мы как-то проскочили мимо. Ну что, нормально. Тот был Собачкин, а этот боксерский какой-то. Ну ладно. Какие-то старые пары, кубочки сюда. Нормально. Ну ладно, вот он Blacksmith. Черный кузнец. Да, очень хорошо и вкусно. Очень хорошо. Очень хорошо. Я доволен. Вы что, до дома или до утра? Ну, когда скажешь, туда поедем. Давай до дома. Давай. Thank you very much. Thank you, bye. Ну вот и дома.